зависимость от алкоголя, игр, наркотиков. Что это? Страсть, болезнь или распущенность? Здравствуйте, меня зовут Анна Татарникова, я практикующий православный психолог. Что же такое зависимость? Часто это незнание себя, потеря связи со своими чувствами, а также травматические опыты и отсутствие самореализации. Но не только это. Зависимость – это недуг, который затрагивает существо человека на всех уровнях – биологическом, социальном, психическом и духовном. И если в одной сфере что-то неладное, то весь человек страдает. Поэтому так важно уделить внимание каждой сфере, чтобы научиться радоваться жизни без психоактивных веществ. В лечении первым и важным этапом является признание своего бессилия перед недугом и призвание Бога на помощь в борьбе с ним. В психологическом плане ведется тщательное наблюдение за своими чувствами. Раньше человек, не осознавая свои чувства, пытался совладать с ними с помощью внешних средств, то есть психоактивных веществ. Важным аспектом выздоровления является установка личных границ. Часто они нарушены в ту или иную сторону. Либо человек постоянно терпит неподобающее отношение к себе и копит это внутри, либо он выражает свои эмоции неадекватным и социально неприемлемым способом. Теория семейной психологии говорит о том, что семья как система может неосознанно поставить своего выздоравливающего родственника после возвращения с реабилитации на прежнее место. Контроль, неверие, неуважение могут вернуть его в эту роль. Поэтому так важно всем членам семьи проходить лечение, работать с психологами, посещать группы поддержки, также осознавать свое поведение, чтобы оно было конструктивным и стремиться к любви. С вами была Анна Татарникова, практикующий православный психолог. Подписывайтесь на наш канал и всего доброго!